Приамурье обнаружили птичий грипп. Информация о том, что вирус может распространиться и на птиц амурского бройлера, появилась на официальном сайте Федеральной службы Россельхознадзора. Ее подтвердили и местные эксперты. По словам специалистов Россельхознадзора, вирусную инфекцию выявили среди перелетных птиц. Заражены ли пернатые на птицефабрике, пока неизвестно. Чтобы избежать распространения инфекции на предприятии, уже завтра приедут группа инспекторов из Москвы. Специалисты опасаются, что вирус может привести к падежу пернатых. Между тем, уже известно, что инфекция не опасна для человека. Директор амурского бройлера Олег Турков сообщил нам по телефону, что сейчас предприятие работает в штатном режиме и продукция продолжает поступать на прилавки магазинов.